Низкие температуры и снегопады ульяновским строителям не помеха. На мосту через Свиягу на улице Минаева продолжается реконструкция. Работают на 4 участках. Один из них – это монтаж последнего велопешеходного тоннеля. Он будет находиться под будущим съездом с моста на кольцевую развязку со стороны Свияжского пляжа и улицы Ульяновской. Сейчас, на данном случае, уже смонтированы полностью фундаменты. Идет монтаж сборных звеньев. У нас будет 20 основных звеньев и будут переходные тоже звенья. Этот тоннель нужен для того, чтобы проход между под съездом с моста на кольцевую развязку, велопешеходный проход был свободен. То есть у нас на этом участке, на кольцевой развязке, будет 3 тоннеля. Длина всей конструкции 30 метров. Тоннель обеспечит безопасное движение ульяновцев в условиях интенсивного автомобильного трафика. Тем временем в русле Свияги продолжается устройство свай под фундаменты новых опор средней части нового сооружения. Выполнено 65 свайных конструкций. Для возведения пятой опоры со стороны Улгу необходимо будет частично перенести участок теплотрассы, питающей объекты в микрорайоне «Университет». Переврезка будет проводиться после завершения отопительного сезона. Также для беспрепятственного прохождения талых вод в период паводка строители частично расчистят и углубят русло Свияги между опорами номер 4 и 5. Все работы контролируют представители подрядчика. Техника безопасности, постоянно напоминаем о ней. Здесь все рабочие в касках. Везде бываем, да, также при бетонировании и монтировании свай присутствуем. Также проверяем бетон и также обращаем внимание на технику безопасности. Со стороны улицы Хлебозаводской демонтированы попадавшие в зону строительства сооружения и ограждения бывшей производственной площадки одного из городских предприятий. Эта территория перешла в городскую собственность в 2023 году после серии судебных разбирательств. После переноса сетей газоснабжения и электроснабжения начнется возведение второй кольцевой развязки, которая свяжет улицы Транспортную и Хлебозаводскую с мостом. Анна Тищенко, Улправда ТВ.